Здравствуйте. Представляем котел сыроварню на 50 литров с ручной лирой. Значит, это кран уровня у нас. Нижний кран заливаем в воронку. Котел водяной. И сетевая кнопка. Не будет воды, загорится красная лампочка аварии. Это для проточного нагрева, либо охлаждения. Здесь выходит с этой стороны. Кран слива ДУ 50. Термолизуем параметры продукта. Крышка разбирается на две половинки. Желобок для полного слива. Включаем блок нагревов. Мощность 5 кВт. Включаем мешалку. Стоит таймер. Таймер включается кнопкой. То есть сейчас задаем параметры. Мешалка регулируется резистором. Либо быстрее, либо медленней. Включается резистором. Таймер у нас получается. Таймер стоит. Сейчас проверим. 10 секунд таймер. Через секунду как бы все, схема отключилась, все, нагрева нет. Так, мешалку отключили, разобрали клампу соединения, то есть мешалка на клампе. Забрали в сторону, откинули, разобрали поворотный узел. Пока идет нагрев, педрегулирование. Сняли зажим, убрали рамку в сторону, убрали мешалку. Все можно как порезать сырнозерно вручную лирой. Ну все, котел готов к работе.